Оазис — это уникальное биологическое образование, которое, вопреки всем законам природы, имеет нескольких матерей. На сцене Оптинской ноты одна из матерей основательницы Оазиса и, собственно, Оптинской ноты Зоя Иващенко. Вы знаете, казалось, что на сцене фестиваля, хоть он и идет 17-й раз, я никогда не пела эту свою песню. А посвящена моя песня вам, друзья. Вам, друзья, посвящается, вам, друзья мои верные. Мне без вас не скучается, радости невеселые. И без вас, как без музыки, трудно жить получается. Только с вами, друзья мои, моя жизнь продолжается. Друзья мои, прошу.